Наш телеканал продолжает подводить итоги уходящего года. Уже вторую неделю мы поздравляем героев наших лучших сюжетов. Здравствуйте, меня зовут Дарья Масалова, я корреспондент телеканала «Катунь-24». Под крышей этого дома живет большая семья. Здесь растут 12 детей. Наш телеканал станет первым, кто поздравит многодетную семью с наступающим Новым годом. 12 лучше, чем один. В такой арифметике уверены супруги Нелюбовы-Шелковниковы. Они воспитывают 6 мальчиков и 6 девочек. Самой старшей Наталье 20 лет, а младшей Даше 4 года. У Ларисы и Александра двое своих детей, но они решили подарить семью еще 10. Дома мы застали только часть большого семейства, потому что остальные ребятишки в школе. Здравствуйте! Здравствуйте! Телеканал «Катунь-24» и компания «Фруктовый мир» поздравляет вас с Новым годом. Мы желаем вашей большой и дружной семье здоровья, благополучия и прибавления в семействе. С Новым годом! Спасибо. Большое спасибо вашей телекомпании за такой подарок. Он своевременен, так сказать. И я думаю, что аллергии у нас не будет, потому что ребятишек у нас много. Мы это быстренько уничтожим. Ну что, ребятишки, надо сказать? Спасибо. Новый год – праздник семейный, поэтому подготовка к нему особенно приятна, тем более в окружении родных и близких людей. И если уж наряжать елку, то всей семьей. Ну, отмечать, конечно, мы будем весело и дружно, так как у нас с утра самого мы будем готовить. У нас эта семья-то огромная, и так что мы будем прям часов с 9 уже точно, чтобы нам в 10 сесть, старый Новый год отметить. Нам нужно прям с 9 утра уже готовить для нашей семьи. В этом году к семейным хлопотам активно подключилась самая младшая дочь, Дарья. Ей всего 4 года. Она помогает младшим братьям и сестрам украшать дом и специально выучила стихотворение, которое обязательно расскажет Деду Морозу. Каждый раз под Новый год чудо происходит. Мы под елкой для себя что-нибудь находим. А что ты хочешь найти под елкой на Новый год? Помаду. На этом мандариновые поздравления не заканчиваются. Наш телеканал продолжает дарить радость и новогодние подарки. Смотрите «Катунь-24».